Стою! Никита, бери! Подходите, выступайте ко мне! Мне две кружки. Вот сколько набрал. Вот, смотрите, сколько набрал. Представляешь? За все время? Да. Ну, вообще, в раза больше. А тебе можно положить надо будет. А я уже четвертый. Так, выходим. Уходим, Нестор. Вика, пойдем. Нестор, быстрее, быстрее. Прося. Какую красну оставляем. Ну и что, завтра, даст Бог, вернемся. Конечно. Мы же сейчас каждый день будем ходить за ягодами. Здорово. Если дождей не будет, конечно. Теперь можно кушать, да, во всем. Да нет, я уже успел наесться. Я нет. Ты не ел ничего. Ты для Славы собирал, брат. Дядь Володя! Ой, ты съем эту кушку, дядь Володь. Пой там сидит. Девочки, я съем эту кушку. Зачем? Ну что тут? Я не ел йогурт. Мы не наели. Ешь, кто тебе? Так, подтянулись, подтянулись. Вика. Прося, не отставай. Четыре. Четыре было ведра? Да, да. Так, кружки ваши в чем были заложены? Да. Ведра. Где это мешочек? Ну да. От кружек, давай, иначе не будет. В ведрах был. В ведрах они были. Ну как это так, в ведрах? В ведрах. В ведрах ничего не будет. Так, смотрите, что я сейчас вам покажу. Подождите, Володя. Ты потом, если дождик пойдет, надо все это и мне отдашь. Ладно. Так, собирайтесь ближе. Давайте посчитаем, сколько нас. Не шевелитесь. Я говорю, не шевелитесь. Он. Виталий. Вот как бурдюк какой-то. Ни команды, ничего. Мне считать, а ты мельтешишься, ходишь ты. Ну нельзя под балбеса все время гнать. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все. Вот послушайте. У нас было сколько ведер? 4. 4. Теперь нужно все сложить в сумки. Сумки нету, я пока свою достану. Заметьте, что вы неправильно сделали, что пошли без сумки. Давайте мы сейчас вот сюда что-то положим, не отдадите. Ну-ка, кладите. Одна. Две. Знадина, что мне с ягодами делать? 5, 6, 7. Не надо. Не бросать. Лиза, не дай. У меня вот полная. 9. Давай, высыпи сюда. 9. Да. Высыпай там. 10. Легко высыпай. 10. Где еще? Отойдите от ведер. Я позу. 11. Так, у кого кружка еще в руках? У меня. 12. Это ж твоя кружка, что ты отдаешь. 13, да? А это его ж не зеленая. Так, кто понесет? Понесешь? Чтобы не просыпать. Виталий, подойди рядом. Ну не, никак не прикаянно, не мотайся. Важное сообщение. Что? Огни на голове, ты значит, повернись. Нестор. Ты многое теряешь, когда ты где-то глазами бродишь. Прося. Мы все здоровые. Поступил я неправильно, прошу прощения. Дядя Володя говорит, маленькие девочки Соня и Маша в истерике. Хотят идти с нами. Я говорю, далеко они не дойдут. Оставить их. С кем оставить? Галина Александровна там? Почему с ней не оставили? Оставили большую Ксению. Ей надо было побыть здесь. Большая девочка осталась там. Больше этого никогда не будет. Угу. Мы сделали неправильно.
Мы сейчас распределимся вот так. Я буду говорить, а вы меня слушаете. Так. Прося, сколько набрала? 8. 8, встань туда. Так. Дальше, кто 7 набрал? Никого. 6? Я! 6? Поднимаю, да. Становись рядом. А? Поднимаю руку. 6 мы набрали. 6. Тобой. Вот, вместе. Вот так, стой. А если... По одному. Кто еще 6 набрал? Вот, Андрюк. Сиди. 6 кто набрал? Так, 5 кто набрал? Так, становись рядом. Еще кто 5 набрал? Так, 4 кто набрал? Вот сюда рядом становитесь. 4. Так, 3 кто набрал? 3, становись рядом. Ну, по вашим словам, то 3, конечно. 3, да. Не по моим. Володя, он не верит, что в ведре у него было 2, когда две. Я пересыпал. 2. Да? Ну, да. Ладно. А 2, ровно 2. Знаете, почему у его-то, я не понимаю. Ну, что? Разберем, это двое на двоих. Вы вместе сколько высыпали? Вместе мы 9 или 10 сделали. 9 точно. Ну перестань ты. Ну, если мои считать и его вместе. Ну вместе, ну пополам разделить. По 4 у вас будет, с половиной, 4. Становитесь, где 4? Где 4? 4 сейчас идет. 4. 4, встаньте, кто? Пойдем, Андрей. Становись, 4. Вот здесь 4. Здесь как 4. Подсчет пошел, так сразу пошло. 4. Так, 3 у кого? О. 2. Одна. Я две. Одна. Ты полную набрал? Да. Ты куда стал? Ты, у тебя не одна. Куда? У тебя ни одной нету. У нее ни одной. Сколько ты кружек набрал? Половину. И? Пол кружки. А куда лепишься к четверне? Становись сюда рядом. Тимоша. Вот мы берем ягоды. Тимофей сразу отворачивается и попал в другую сторону. Чем это объяснить? Вот подумай об этом, никто тебе не мешает. Зачем ты все время отворачиваешься и ползешь в обратную сторону? Все мы там. Тимофей далеко, где-то совсем далеко. Почему? Не разговаривать, не играть. Просто ты людей не любишь. Они не нужны тебе, люди. Вот это страшное состояние. Устроили они тебе Освенцим. А кто? Кто-то тебя рядом. Сегодня мода какая пошла? Разводиться. 80% разводится. Детей присваивают, как правило, матерям. Но тут отцу дали. Видимо, мать крепко задела его. Как? Бывает, когда ушла, бросила, а он не женился. И суд решает, это учитывает. Присудили к отцу. Теперь каждый день звонит и бьется. Зачем? И баба, и все. А он уже выгадывает, где, куда нужно. Он это очень чутко знает. Парень-то с головой. Сколько ягод набрал-то? Пол кружки, наверное. Да. Почему? Ну почему? Мало красных было. Ну подожди, Вика, подойди сюда поближе, чтобы я тебя слышал. Ты сколько набрала? 3. 3 и кружки ни одной нет. Ну посмотри, она ниже тебя ростом. Тут не надо ни таскать, ничего, просто пальчиками надо работать. Фрося поставила рекорд. А этот сразу кинулся в середку среди этих, Степан. Не выйдет. Воды. Лодырь проказник. Я не для этого вас собрал. Я предлагаю вам несколько вариантов. Первый вариант — пройти той же дорогой, которой мы шли, через лес, где там комары. Второе — не заходить в лес, а прямо дойти до трассы, где вчера ходили, и по трассе, по щебню выйти. Там комаров вообще нету. По трассе? Но она маленько подальше. По трассе. Так, еще подождите. Ну а другой путь есть такой. Также пройти через кладбище, когда выходили, и пройти подальше, и через деревню выйти там, где Устиновы живут. И прямо на лагерь. Но мы набрали ягод, мы обязаны десятину отдать батюшке. А он на этой стороне. Если идем по трассе, мы прямо до него дойдем. По трассе, значит? По трассе. Дальше. У нас есть люди, которые немощные. Больная — это Нянила. Заходи, вы увидите ее там. Александровна. Зайти надо дать, она не одна, с Никой. Мы забыли зайти и Нику взять с собой. Она две кружки отдадим, мы не против? Нет. Дальше бабушка, ей 90 лет, она никуда не может пойти. Серафима Гавриловна, если ей две кружки отсыпем, неплохо? Нет. Она нам приносила сколько раз клубнику, она такая добрая, они все добрые. Ну а батюшке, я думаю, он с матушкой тоже две. Да. Как, пойдет? Да. Все, так. Шесть кружек. Ну пошли теперь. Никита,
Бери два ведерка. Не просыпь. Так, бери одно ведро или два. Нам давать больше некому. Не запнись, не урони. Володя с собачкой. Кто собаку поведет? Я. Так, ты сюда вел. Можно я? Дайте Тарасику. Потом дорогой поменяйтесь. Фрости дайте всем. Не допускай, пока мы поедем. Выходим на дорогу. Три поклона положим. Боже, слава тебе. Господи, благодарим тебя. Благослови это место всех приходящих сюда. Как ты велик. Мы не сеяли, не сажали, не пололи. И ты нам дал готовое, как Израилю, входящему в обетованную землю. Хвала тебе. Слава тебе. Посети покинутых, слепых, обездоленных, парализованных, в узах томящихся за слово твое, потерявших разум. Яви им себя. Обрадуй их твоим присутствием. Они не видят этих цветов, не видят красоты, не видят этих туч, посланных тобою. Все это твоя десница. Господи, успокой их. Прибудь с ними. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, я могу вниз туда легко катиться. Кто у нас самый слабый? Тимоша. Тут из самых слабеньких у меня кто? Не Вика, наверное. Тимофей. Девочки, а вы дойдете. Давай, садись. Виктория, да. Садись. Вот сюда вот. Пойдем на дорогу. Да, выйдем. Я тогда не сюда разбился, там мы вас подождем. Дядя Володя, можно ваш велик покатить? Нет, конечно. Можно на вашем велике? Нет, конечно. А меня? Смотри, носы. Кирилл, бери воду. Андрей, возьми воду. Андрей, оставь мой велосипед. Зачем тебе? Тебе от комаров нечем отмахнуться. Нет, так, вперед. Кто несет ягоды, к нему близко не подходите. Ты иди отдельно совершенно. Смотри. Так, давай, садись. Давай. Давай, воду. Вот так там, чтобы не выпало. Ноги не туда. Ноги только в сторону, вот так. В сторону ноги. Так, вот, знаю, вот. В сторону, это туда, значит. Брось, отойди. Вот туда. Поняла? Немножко. Чтобы ноги не сюда. Все. Мы поехали. У меня дубинка делает. Так, Фрося, не отстаем, Нестор. Не отстаем. Ваш велик боевой везет. Везет мое белое свет. Нестор, не догоните же потом. Не отставай. Вот я взял, довез до поворота в деревню. Ну, тут мы на бугре стали, стоим, красный маячок. За руки уйдите, уйдите, на дороге не стойте никогда. С Викторией, подальше отойди. Первые, я думаю, бегут. Андрей, наверное, бежит, и Нестор, так и есть. Ну, что за ними следом на пятки наступать будет Тимофей? Ну, я думал, он с последней группой идет. А это с собачкой бегут. Кто тут бежит? Я говорил, Ксения должна быть впереди. Сели Леонида. А вот они где. С дороги сходите сюда, в кучу. Сходите сюда. Близко на дороге никогда не стой. А дороги отойдите на метр. Тащи его сюда, тащи. Тащи, тащи. Все. Тащи, тащи. А с дороги отойдите маленько. Не дай бог вывернется какая-то машина. Ну, молодец, Тимофей. Ты бежал хорошо. Как бы тут не дождик накрапывает начал. Дай-ка Леонида идет. Агния. Это Агния? Да. Леонида пришла. Вон дядь Володя летит. На своем железном коне. Что это, правда? Ну а там еще. Дядя Володя наворачивает. Купил новый велосипед, за 6 с лишним тысяч купили ему. С лишним даже. Вот она пришла. Агния.
дядя Володя. Ну, остановись. Надо ждать тех теперь. Я до половины почти не крутил под горку. Она сидела хорошо, свернули этот мой костюмчик-то. Вот оно какое дело. Кто-то стрелу упирал, видимо, да? Это Ефросиня, наверное, с Ливии. Да. Там Степа, девчонки. И Кирилл. В последней группе идет Степа, Кирилл и дядя Виталя. Я думаю, дядя Виталий последний идет. Тут я не ошибся. Нет, он привет последний. Кирилл идет последний. Давай сюда. Заходи. Там он с кем-то бежит. Уйдите с дороги. С дороги никогда на дороге не стойте. Метр отойдите. Мне у Кирилла забрать ведро. Ведро? А за что забирать-то? Зачем? Вот Никита идет. Как Никита брал ягоды. Во весь рост лег на пузо и ползет. Как танк. Сколько он подмял. Ой-ой-ой. Три кружки набрал. Вот тут и проявилось, кто на что способен. И Ефросинья всем нам нос утерла. 7-8 кружек. Это последнее, кто там? Андрей, ой. Кирилл. Кирилл, Степа и Тарас, дядь Виталий. Ну, и Виталий-то я знал. У того все виновные. Тарас пока. А то кто бежит сбоку? Тарас. Тарасе? Да. Тарас он впереди. А в самом сзади Степа бежит. Степа. Так, нет, ты что это? Степа с кем это он? Дядь Володя. А я вам подсказываю. Ну все. Вот мы стоим, я хотел показать, какие у нас тут поля. Эти, поля. Это спарсет растет. Вообще трава. Пожалуйста. Это кормовая трава. И вот интересно. Зеленое все. Но вот это клен. А вот дальше другая зелень. Это тополя. Дальше поворачиваем дальше. Березы идут. Это впереди клен. Дальше березы идут. Это береза все. Береза, береза, береза. И вот протравливают хлеб. Тут полосы такие. Это везде притом это делают. И за границей, и здесь. Топчат хлеб. Сколько пропадает под колесами? Примерно 5%. Но сохраняет больше. Вообще сорняков нету. Какая-то отрава очень дорогая в цилиндрах. Прямо дорогая-дорогая, заграничная. И, видимо, с хорошими работают, как называют, менеджерами, что не добавляют туда пакости ослинные мочи, как сегодня говорят. Сначала за... О, Степа бежит. Степа, сворачивай. Ну и, конечно, Виталий. О, Виталий, ему все ничего. Виталий, ну-ка прибавь ходу, то одного тебя ждем. Ходу прибавь. Не тут-то было. Не на того нарвались. Берегем, как зеницу ока, Игнатий. Ну, конечно, ведро такое тяжелое. Что тут спрашивать-то? Так, идем. Продолжение 29 июня 2016 года. Вот идем с ягод. На разъезд ходили. И вот первый бежит Нестор. Второй за ним Вика. Давайте, спортсмены, кто первый? Второй. До батюшки добежали. Вот батюшкин дом. О, молодцы. Я первый. Я вторая. Андрей третий. Итак. Андрей третий идет. Мы тоже зайдем. Вон Ксюша идет. А девять. Игнатий Иванович, Леонида, Никита, Виталий и другие ребятишки. А дядя Виталий, дядя Володя, дядя Никита, они не дети. Они уже... Ну нет, я говорю по порядку, как кто как идет. По порядку, да. Да. Вот шарик наш бежит, шарик. Язык, как говорят, на плечо, а у него изо рта торчит. О, у него улыбка до ушей. Да. Собака, улыбка до ушей. Надо ведро хотя бы одно и кружку. Сейчас он, Никита Андреевич, идет первый. Сейчас,
Так, на, держи. Не садись, в прошлый раз я вижу, сколько раз ты упал. Тебе дали ты. Так, нет, одна бутылка. Только просто держать надо. Скорее кружки принесите. А у меня есть, Игнат Иванович. У него есть. Вот у меня есть. Надо? Все, уже не надо. Давай сюда. Можешь не бежать. Батюшка. Можешь не бежать, уже есть. Подожди, Никита. Не семени, не туда. Утащи его отсюда. Тут черт, девайся. Давай сюда. Ну тащите. Заходите сюда к батюшке все. Все. Батюшка, мы идем от ягод. Садились все-таки. Ронка, смотри, рвется, лает. А? Ронка лает, говорю, рвется. Я вышел, думал, что такое. Давай кому принеси тебе. Не надо, не надо. Я брал. Берите, ешьте. Не надо. Возьми две кружки. Да не надо, не надо. Нет. А? Вы что зеленый оторвали? Зачем? Ну, попадало надо, пусть не лезет под руку. Не надо ее. Не возьмешь? Не возьмешь. Сейчас мы решили к Серафиме зайти, она не пойдет. Ну вот, не знаю. Ну ладно, благослови нас. Так, а где Грена? Грена подвести надо, посмотреть, как они будут. Ну-ка, дай-ка сюда, где Грена-то? Там? Да. Ну, давайте посмотрим. Как, она ему отпустит. Это Рена? Да. Рена Урагановна. Какая она большая. Рена была уже такая малышка. Все тащу. Рена хорошая собачка. Ого, я весь потел. Она не знает, что с ним делать. Он так обняла его, гляди. Ну, нашла себе жениха. Ой, бегу, о, вот это бегает. Сейчас шарик пометит территорию. Ну. Ой, какая игрушка хорошая, а? Поближе, пускайте, поближе еще. А? Поближе пусть обнимет. Я боюсь, чтобы не задавило. Да не. Она такого не видала. Вот барсуэты плавают в воде-то эти. Они даже поменьше маленькие. Великовата невеста. Вот как она его любит, а? Ладно, хватит расстраивать Ренку, уходите. Все. Нервируйте, она нервная будет. Нервная будет, давай. А он хоть бы, он даже не сходит, на ее внимание не обращает. Да, он бобер, бобер вот такой же рост. О, курица. Нору роет. Видите, он язык-то, он не боится. О, ковячки бегают. Что ты ковячки делаешь? Даже не ходит. А, не дал он такое. Пошли. Ой. Так, ладно, хватит, все, хватит. Хватит. Нельзя. Нельзя. Держи. Нельзя. Хватит. Нельзя. До свидания. До свидания. Да, Миро. Клубничку. Ты не туда заходишь. Ладно, я пойду отдам. Лава будет. Такая лава. На разъезд. Да. Там много вообще, море. Давайте, заходите здесь все сюда. Оставить.
Давай, а велосипед держи там где-то, закрепи. Не урони его. Лучше к стенке поставь. Что-то у меня ноги совсем плохо ходят. Так, где там кружка? Вот. Держи. Баба не видали где-то. Я сейчас ее вызову. Это вы здесь, внучки, не бегают, а? Бегают. Внучки не бегают. Да. Знакомый запах. Выйди-ка. Дай посудину, мы тебе ягод принесли, скорее за клубникой. Дай какую чашку, у нас послышно. Ну, пожалуйста. Кормить детей. Вон она, смотри у нас сколько, 4 ведра набрали. Давай. Ты нам сколько приносила? Поднимите. Немножко, немножко. Да немножечко. Подожди еще. Настойка. Подожди, подожди. Мы уже решили дать тебе две кружки. Все, хватит, 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 хватит. Да, конечно. Ты вон сколько хватит, нам носила? Хватит, 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 господи. Комаров закрываем. Помолись о нас. Дождь пошел. Так, выходим. Кому дальше? Мы сейчас зайдем еще. Кто нам помогает? Шар. Держи на шарик. На вертолет посажу и будешь. Куда? Стрит. Я его вот. Стрит, чтобы опоздай не намок. На машине. Там машину уже сейчас поделили, начнется. Давай. Кому нам еще осталось? Вон к тому маленькому дому. Неонелик, неонелик. Неонелик, вон она там. Ну-ка, открывайте. Тони, подержите вот так. Ой. Вон хозяева. Хозяева! Мы за ягодами ходили, вам принесли подарок. Ой, нет, благодарю. Почему? Вас много? Нас много, у нас 4 ведра. Давай чашку сюда. Так, зачем пускаешь-то? Ну убери дальше. Бери, да. Ну смотри, теперь дальше. Отойди с собакой дальше. Собака? Ну понимаешь, вот я не могу, ну как дал, так и вдруг вон. Ну понимаешь, он нас следил, видишь, что делает. Все, отморгала, ушла. Придешь, вымышь пол у ней. Завтра же приходи, помой пол. Мы когда брали, мы уже о тебе рассуждали. Игнат Тихонович, пол у меня есть, кому мыть. Подожди, под минутку. Мы уже решили, сколько и, чего кому сколько дать. У вас много. И вы много набрали. Да. Ну вот она. Да. Все ну, перед все, нами. Спаси Христос вас всех. Слава Христу. Спаси мы, Христос. Мы помним, вы нас все время подкармливали тем другим. Да. Все, пошли. Слава Христу. Все, да, да, давай, давай, Деля. Давай, Деля. А хотите, дядя Витя, попроведать надо? Давай, дядя Витя, попроведать. Давай, он все время нам помогает, поет. Так, Ксюша, за шариком наблюдай, чтобы никуда не заходил. Хватит гадить. Уже даем гадить. Нагадил? Нагадил. Я потом дал, он знает. Да ты его туда пустил. Это. Как его? Закройте дверь. Огня, закрой дверь, пожалуйста, на веревочку. Там. Сможешь дотянуться? Ш-ш-ш-ш.
Заходи. Ой, Котя серый, а. Котя серый, мой серый. Сейчас, минуточку, подожди. Ягоды, давай, посудину. Ну, держи крепче. Я знаю, это минуту подожди. Так, внизу мокнем, это небольшой дождь. Внизу, туалет. Тут посудина-то у него не видать нигде. Сейчас он принесет. Не урони, не оставь. Так, кто хочет сюда, зайдите, чтобы не мокнуть. Зайдите сюда. Заходите, кто мокнет. Мне кажется, кто-то железный. Зайдите, кто мокнет сюда, чтобы не мокнуть. Камера помокла. Да. Где вот? Да видно, что есть. Посудинку давай. Мы тебе... Всем вам, братья. Держи. Всем по две кружки пошли. Ты трудишься для нас? Учи. Вот от лагеря наша десятина. Спаси Христос. Да, слава Богу. Так, я хотел занятие сейчас провести. Когда, сегодня? Ну, конечно. Уже поздно. Ну, лучше поздно, чем никогда. Ну, как хотите. Приходи. Сейчас ужин будет. То я звонил в пять, Никита. До тебя не дозвонился, ты как президент. Так, все, выходите в лагерь. Недоступен. Прямой наводкой в лагерь. Ну, а щенка ко мне за ягоды какой-то. Пошли. Ну, после ужина. Ага. Чтобы хоть песня в день-то нам записывать. Ладно. Я подойду. Ладно, брат, понял. И Никита пусть компьютер приготовит. У меня на флешке там будет. Ладно. С Богом, брат. С Богом. Слава Христу.